Добро пожаловать! Сегодня мы занимаемся мягкой йогой. И мы начнем нашу практику в удобном сидячем положении. И вы можете сидеть так, как сижу я. Если для вас это неудобно, вы можете сидеть прямо на кресле. Вы можете выпрямить ножки, ножки согнуть. То есть любое удобное положение для вас. Если вы предпочитаете остаться в положении, в том, в котором сижу я, это называется сукхасана в йоге, простое сидячее положение, но вам неудобно, особенно если у вас тугие тазобедренные суставы, вы можете подложить подушечку, может быть, томик Толстого, любую книжку. Устраивайтесь поудобнее. И самая основная ошибка здесь – что когда мы садимся, мы сразу же подаемся вперед или закрываем плечи. И мы напротив осознанно свое положение выравниваем, чувствуем, как наша макушка вытягивается вверх, плечи раскрываются, и мы ненадолго закроем глаза. Расслабим лицо. И пока никак не контролируя собственное дыхание, просто его заметим. Это чудо, которое с нами случается с каждым вдохом и выдохом. Просто понаблюдайте, как ваше тело дышит. Расслабьте челюсти. Оставьте пространство между верхним и нижним рядом зубов. Расслабьте щеки, расслабьте язык. И если получается, если это вам не доставляет дискомфорта, приведите кончик языка к верхнему небу. Если получается, то старайтесь держать кончик языка у верхнего неба в течение всей практики. Если это вам доставляет дискомфорт или создает слишком много информации, о которой нужно думать, просто отбросьте ее. Понаблюдайте, как с каждым вдохом приподнимается живот, грудная клетка. И просто мягко постарайтесь сделать свой вдох чуточку глубже. На вдохе приподнимается живот. В пространстве чувствуете, как растягиваются бока, может быть, даже поясница. Затем наполняется грудь. И мягкий, долгий, спокойный. Все, что мы сегодня будем делать, должно быть мягкое, приятное. Я вам буду предлагать разные варианты. Если вы чувствуете, что они слишком усложняют практику, просто пока не рассматривайте их. Понаблюдайте за прохладой вдоха и теплом выдоха. Прохлада вдоха, тепло, мягкость выдоха. Делаем дыхание чуточку глубже и немного замедляемся. Но без фанатизма, потому что если вы будете дыхание задерживать слишком долго, то ваш
сердечный ритм будет ускоряться. Мы в этой практике хотим его немножко замедлить, чтобы способствовать процессам восстановления тела. Поддерживаем пищеварение, очищение организма. Все те функции, которые могут произойти только когда вы спокойны. Только тогда, когда работает ваша парасимпатическая нервная система. Она у нас включается, как правило, после еды или ночью, когда тело восстанавливается. На следующем вдохе приведите плечи вверх к ушам. Выдох назад и вниз. Вдох через нос, плечи к ушам. Выдох через нос или через рот, плечи назад. Вдох всегда только через нос, плечи наверх. Выдох через нос или через рот, как вам удобнее. Еще сделаем два дыхания, вдох. Еще раз. Теперь мы правую ладонь опустим на живот. На вдохе животом отталкиваем ладонь вперед. На выдохе ладонью давим. Выдыхаем, живот пустой. И еще немножко давим ладонью. Три дыхания, большой живот, отталкиваем ладонь. Давим ладонью в живот. Еще раз. И вот сейчас вы испытали то, что в йоге называется Уддьяна Бандха. Это замок живота. Он помогает нам направить энергию вверх по телу и придает нам больше стабильности. Если возможно, в практике применяйте его. С каждым выдохом живот немножко втягиваем в себя. Если желудок пустой, то можно даже создать вакуум. Ну, уже сейчас вечер, поэтому вы, скорее всего, кушали. Поэтому не переусердствуйте. Просто мягко на выдохе выдыхаем чуть-чуть еще. На вдохе вытягиваемся вверх грудной клеткой, макушечкой. На выдохе подбородок к груди. Плавно-плавно перекатим шею вправо, опуская правое ухо к правому плечу. Постарайтесь не поднимать левое плечо. Левое плечо, наоборот, опускаем еще ниже. Перекатываемся через центр. Наблюдаем за ощущениями в шее. Левое ухо к левому плечу. Правое плечо опускаем пониже. Плывем через центр, вдох. В правую сторону выдох. Через центр вдох. В левую сторону выдох. И мы сделаем еще раз вдох в центр. И теперь, когда вы проводите правое ухо к правому плечу, если вам приятно и хорошо, можете здесь задержаться. Если хотите поэкспериментировать, то подводим подбородок правому плечу. Находим сочное, приятное растяжение в шее. При этом мы не теряем высоту позвоночника, мы вытягиваемся вверх.
через центр вдох, подбородок к груди. В левую сторону выдох. И опять смотрите, как вам приятнее, либо ухо к плечу, либо подбородок к плечу. Хорошо. Подбородок опускаем. На вдохе поднимаем голову, посмотрим наверх. На выдохе вниз. На вдохе наверх. На выдохе вниз. Еще раз. И выдох. Хорошо. Вдох. Поднимаем голову. Поднимаем руки наверх. Потянулись. Выдох. Опускаем правую ладонь. Правый локоть тяжелый. Левая рука длинная-длинная. То есть мы стараемся раскрыться. Слегка подаемся назад. Не закрываемся. Тут совершенно не заботьтесь о формах, а наоборот, целиком и полностью чувствуйте себя, чувствуйте тело. На вдохе поднимаемся, центр. На выдохе левая ладонь, левый локоть тяжелый, опускаем в левую сторону. Правая рука длинная. Следите за плечами, плечи к ушам не подводим. Шея у нас длинная, грудь раскрытая. Правая рука удлиняется через правые пальчики. Хорошо, каждую сторону. Еще сделаем по разу вдох, выдох, вдох, выдох. На следующем вдохе поднимаемся и скручиваемся в правую сторону. Правые пальчики или правая ладонь за позвоночником, левая рука работает. Прям представляете, что хотите перевернуться 360 градусов. Плывем через центр вдох, выдох в левую сторону. Длинный позвоночник, правая рука активная. Вы себя подтягиваете, чтобы провернуться еще глубже. Лицо расслаблено, дыхание ровное. Возвращаемся к центру вдох. Выдох, опускаем стопы на пол. Стопы у нас на ширине коврика, если вы занимаетесь на коврике. Или просто шире, чем таз. Коленочки в одну сторону. Вдох, центр, выдох в другую. Каждая сторона еще по два. Вдох, выдох, вдох, выдох. Каждая сторона еще по разу. То есть таким образом, соединяя дыхание и движение, мы занимаемся виньясой. Это нам помогает быть в настоящем моменте хорошо. Ножки перед собой вытянем, поболтаем ими немножечко. Хорошо, вдох, сели, вытянулись наверх, носочки на себя, вдох, ручки наверх, выдох, расслабляемся, тянем заднюю поверхность, наклоняемся. Если вы тут вам тяжело, мы пока делаем пассивный наклон. Если вам приятнее, ножки разводим, можно даже их согнуть и наклоняемся. Голова расслаблена, шея расслаблена. Мы здесь задержимся на 3 дыхания. Помните, что мы всегда должны так или иначе находиться в зоне комфорта. То есть, конечно, мы работаем. Это штира в переводе с санскрита. Мы работаем, то есть у нас есть определенное напряжение в асанах, определенная твердость, сила. Но еще в асанах штира всегда идет
вместе с таким качеством, как сукха. Сукха в переводе с санскрита обозначает мягкость, расслабление. И вот нам нужно балансировать между твердостью и мягкостью, между напряжением и расслаблением. Тихонечко поднимаемся. Угу. Правую ножку мы подведем к себе. Левые пальчики кладем руки между правыми пальчиками ноги. Не теряем высоту позвоночника. Мы вытягиваемся наверх. Грудь раскрыта. И тут прямо думайте, что вы работаете с бицепсом. Вы подтягиваете правую щиколотку к себе. Угу. Грудь раскрыта, и тут порисуем кружочки, разминаем голеностоп. Очень важно у нас голеностоп в другую сторону. Нас стабилизирует. Нам уже важно разогреть. Теперь пальчики освобождаем и носочек натягиваем на себя. Приятное растяжение верхней части стопы. Угу. И от себя. Хорошо. Теперь ножку опускаем. Два варианта. Либо оставляем щиколотку чуть выше колена. Ни в коем случае не на колени. Бережем суставы. Либо уводим к внутренней поверхности левого бедра. Угу. Как вам приятно, можете попробовать оба способа. На вдохе вытягиваемся. На выдохе расслабляемся, растекаемся по направлению к левой ноге. Левый носочек на себя, голову роняем, шейка расслаблена. Хорошо, на вдохе поднимаемся, на выдохе ножки меняем, вытянулись наверх макушкой, грудь раскрыта, левую стопу подтягиваем к себе, поддерживаем левую щиколотку левой рукой, правые пальчики руки кладем между левыми пальчиками ноги, не очень часто, но встречается в йоге такой захват, очень много у нас триггерных почек, точек в пальчиках, в стопе. Поэтому в йоге интересны есть захваты, чтобы их стимулировать. Кружочки рисуем в одну сторону, правый носочек на себя, в другую сторону. Хорошо. Носочек натянули на себя, от себя. И опускаем либо щиколотку выше правого колена, либо подводим левую стопу к внутренней поверхности правой ноги. На вдохе вытянулись, на выдохе расслабляемся. Вы не должны чувствовать никакой боли, никакого дискомфорта. Если вам не подходит асана, то меняйте ее, адаптируйте. Угу. На следующем вдохе плавно поднимаемся и приходим в положение стола. Положение стола у нас сильные руки. Очень часто вот такую ошибку допускают, когда плечи
слишком сильно подводит к ушам, значит, у вас руки не толкают землю. Мы толкаем, пальчики разводим широко, кончиками пальцев впиваемся в пол, плечи отводим от ушей, грудь раскрыта, и при этом мы не пригибаемся слишком сильно в пояснице. И пока я подогнули, подкрутили хвостик, носочки подогнули и поднимем коленки от пола. У нас коленки висят над полом, и мы здесь на три дыхания. Замечаем дыхание в животе, и мы стараемся его держать ровно, спокойно. Плавно коленочки опустили, на вдохе прогибаемся, толкаем грудь сквозь руки, смотрим наверх. На выдохе круглая спина, смотрим на пупок. На вдохе прогибаемся, слегка подаемся вперед, смотрим наверх. На выдохе круглая спина, таз слегка отводим назад, смотрим по направлению к пупку. Три дыхания ищем. Отлично, возвращаемся к нейтральному положению стола. И теперь мы правую ножку уведем в правую сторону на 90 градусов. То есть вот она у нас ушла. При этом мы отшагнули назад левой ногой. У нас получилась правая ладонь, правое колено и левая стопа в одной линии. На вдохе раскрываем левую руку наверх. Плечи от ушей отвели, активная правая нога, правая рука, таз уводим вперед, сжимаем ягодицы за все силы, толкаем таз вперед. Угу. Если получается, если левому плечу комфортно, левую ручку вытягиваем вперед. Хорошо, плечи далеко от ушей. Таз выводим вперед, ягодицы сжимаем. Три. Хорошо. Плавненько возвращаемся. Закрываем левое бедро, правая ножка уходит обратно. Мы поменяем стороны. Левая коленка опускается на пол, левую стопу вводим влево 90 градусов, шагаем назад правой ножкой, правая рука либо наверх, либо вытянулись вперед. Если вы вытягиваетесь и вам больно правому плечу, или вы чувствуете, что для вас это не полезно, держим ручку наверх. Ягодицы толкаем вперед, изо всей силы сжимаем. Чувствуем растяжение в сгибателях бедра. Три. Хорошо. Плавно, плавно возвращаемся к положению стола. Тут у нас достаточно хорошо поработали кисти, поэтому мы их немножко потянем. Левые пальчики разворачиваем назад, ищем приятное растяжение в левом предплечье. Следите за плечами, плечи далеко от ушей. Хорошо, поменяем ручки, левые пальцы назад. Отлично. Возвращаемся в позу стола. На вдохе прогибаемся, носочки подогнули. Выдох. Собака мордой вниз.
мы тут пошагаем. И, пожалуйста, не переживайте, насколько прямые у вас здесь ноги. У нас здесь в приоритете корпус. Пока согнем ножки и стараемся подвести живот близко к бедрам. Вот прям как будто бы стараетесь хлопнуться, как будто бы книжку закрыть. Или форма крыши такая получается. Прям стараемся прогнуться пупок к ногам. У нас тут внешняя ротация плеч. Как будто вы хотите раскрыть плечики. Хорошо. И потом можно чуть-чуть попедалить ножки. Чувствуем пяточки тяжелые, но при этом сохраняем положение в корпусе. Хорошо. Посмотрим вперед, ножки шаг согнем. И потихонечку будем шагать по направлению к рукам. Шагаем, шагаем, ножки можно согнуть. Мы с вами немножко отдохнем в наклоне. Если у вас слишком гибкие коленные суставы, пожалуйста, не прогибайте их вот так, ножки слегка согнуты. У нас ноги здесь очень активные, сильные. Стопы впиваются в пол, давят, отталкивают пол. Очень сильные ноги, прямо как скала. А корпус у нас как водопад. Расслабленный, текучий, тяжелый. Если у вас ладони достают пола или пальчики, можете локти захватить. Если нет, ничего страшного, просто оставляйте их руки расслабленными. Очень полезно. Мы всегда делаем в йоге наклоны. У нас наклоны расслабляют позвоночник, растягивают его, потому что он у нас всегда находится под компрессией гравити. Гравитация его все время сжимает. А тут мы его растягиваем. Таким образом у нас более свободно будут проходить нервы, кровеносные сосуды. Если вы страдаете высоким давлением, или, например, если эту практику будете давать маме, можете не стоять тут так долго. Если вы чувствуете, что все, вы уже устали, у вас в голове прям стучит сердце, тихонечко поднимайтесь. Если вам комфортно здесь стоять, расслабьтесь. Мы еще здесь на 3 дыхания можете поболтать из стороны в сторону. Можете поболтать головой, шейку растягиваем. Прям чувствуете, как тяжелая голова вытягивает шею. Отлично. Ножки согнем, ноги еще сильнее. Берем много энергии от земли. И потихонечку вырастаем с круглой спиной, ягодицы сжимаем. Вдох, плечи к ушам. Выдох назад. Еще раз вдох. Господа, вы упали у меня. Остаемся в стоячем положении. Извиняюсь, у меня упало. Да. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Отлично. Мы правую ножку шагнем снаружи от левой. Правая рука наверх. В левую сторону потянулись. Как поза банана. Ягодицы сжимаем, выталкиваем таз вперед. Другую сторону. Левая ножка за правой. Правую захватили, потянули. Отлично. Вдох в центр. Ножки раскрыли. Ручки вытянули наверх, сжали ягодицы. Таким образом мы поддерживаем поясницу. Вытянулись наверх, легкие пироги, маленький, легкий. Выдох вниз. Вдох, прогнемся, ножки согнем.
Выдох, только левая нога шагает назад. Мы тут постоим, подышим. Наблюдаем за собой, чувствуем собственное тело. Если хочется, можно коленку опустить. Можно также привести стопу снаружи от правой ладони. В позе, если вам неудобно. Если хочется, можно покачаться туда-сюда, вперед-назад, вверх-вниз. Три. Два. Один. Шагаем назад правой ногой, плавно-плавно опускаемся полностью вниз на живот, носочки расправили, раскрыли плечи, ладони давят в пол, подняли грудь, выдох, опускаемся, вдох, поднимаемся, выдох вниз. Еще раз вдох, прочувствуйте верх спины, ягодицы, носочки подогнули, и выдох через собаку мордой вниз. Мы шагнем вперед левой ногой. Угу. Смотрите, как вам удобно, либо ножка изнутри обрамленная руками, либо стопа снаружи, как вам приятно. Дышим глубоко, дышим ровно, таз тяжелый, заземленный, чем ниже таз, тем лучше. Пара дыханий еще здесь. Хорошо. Шагаем назад. Опять плавно-плавно опускаемся. Носочки расправили. Вдох, поднимаем грудь от пола. Поза кобры. Опускаем выдох. Пожалуйста, следите за плечами. Плечи не зажимают шею. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И правильно опуская выдох. У нас самое главное делать так, как правильно, так, как полезно. Высота или глубина позы не важны. Поудобнее устроимся. Повиляем хвостиком. Это у нас расслабляет поясничку. И расслабились. Устроились поудобнее, мы здесь подышим животом. Большой живот отталкивает землю. На вдохе надуваем живот огромный, как воздушный шар. На выдохе расслабляемся, таем. На вдохе большой живот. На выдохе таем. Как кубик льда тает в горячей воде.
Напрягаем верх спины, поднимаем грудь от пола. Ладони опускаем под плечи. Три кобры. Вдох наверх. Выдох, опустили. Вдох наверх. Выдох, опустили. Вдох, раскрыли. Коленки оставим на полу. Выдох, плывем назад. Тут большие пальчики соединяем. Коленочки разводим. Садимся назад. Если получается, опускаемся в позу ребенка. Если вам тут неудобно ручки вытягивать вперед, можете сделать вот такую подушечку для лба. Обязательно кладем голову, чтобы расслабить шею. Если вот так тоже для вас высоко, то вы можете построить пирамидку вот такую. Самое главное, пожалуйста, не держите вот так вот на весу голову, у вас устанет шея. Если хочется еще добавить что-то поинтереснее, можно пальчиками уйти вперед. Должно приятно потянуть подмышки. И можно ручки согнуть, опуская большие пальцы по направлению к шее. Плавно, плавно ладони возвращаем на пол. Плывем вперед через позу слона. Тут можно немножко пошевелить тазом. Может быть, порисовать круги. Просто замечаем ощущения в теле. Верну в другую сторону. Плавно-плавно находим свой путь в сидячее положение. Стопы сведем. На вдохе вытягиваемся наверх. На выдохе расслабляемся. Ложимся на спинку, выдох. Коленочки к себе, поперекатываемся. Правую ногу вытягиваем наверх, носок на себя. Опять закладываем правую голень на левое бедро. У нас колено не вовлечено в это растяжение. То есть у нас нога чуть-чуть над коленом. Угу. Левую коленку к себе подтянем. Либо таким образом, либо полностью захватываем. Как вам приятно. Плечи оставляем на полу. Подбородок подводим чуть-чуть поближе к груди.
Отлично. Ножки опускаем на пол. Пятки давят в пол. Сжимаем ягодицы. Подкручиваем хвостик. И плавно-плавно позвонок за позвонком поднимаем таз. Пятки давим в пол еще сильнее. Таз поднимаем еще выше. Если приятно и получается, ручки за спиной в замок, плечи подшагнут близко-близко друг к другу. Плавно-плавно опускаем таз. Правую коленку подтягиваем к себе. Левую ножку вытягиваем. Правое колено опускаем в левую сторону. Правое плечо, правая рука раскрыты. Через центр меняем стороны. Левое колено к себе. Правая нога на пол. Левое колено опускаем в правую сторону. Очень часто вижу, что люди колено опускают слишком низко, левое плечо поднимается. Приподнимите колено, опустите левое плечо, возможно, раскройте левую руку. И затем уже начинаете опускать колено глубже. Плавно, плавно возвращаемся к центру. Коленочки в груди. Коленки подтягиваем к груди еще сильнее. Возможно, таз отрывается от пола. Возможно, поднимаем голову, вдох, выдох. Опускаем руки, ноги. Шавасана. У нас все тело здесь максимально симметрично. Ноги разведены широко. Руки разведены, ладони раскрыты к небесам. Лицо расслаблено, глаза закрыты. Рот слегка приоткрыт. Здесь делаем 3 дыхания. Вдох через нос. Выдох через рот. Напитываемся на вдохе. Очищаемся на выдохе. Еще раз. И свое дыхание отпускаем, не контролируем его больше, позволяем ему случиться. Расслабляем тело в шавасане.
здесь результатов.